Nokia 5220. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5220». Чаще всего причинами неисправности или некорректности работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Металлической лопаткой поддеваем дисплей и извлекаем его из рамки. Новый дисплей вставляем в рамку и надавливаем на него пальцем для того, чтобы фиксаторы защелкнулись. Все, дисплей заменен.